Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о кейсах итальянской фирмы итальянского производства Эмиби. Это очень известная фирма на мировом рынке. Она специализируется на производстве кейсов, чехлов для оружия как спортивного, так и охотничьего. И, в принципе, в этом достаточно серьезно поднаторела и понимает желания своих клиентов, охотников и спортсменов. Сегодня мы хотели бы вам показать два кейса. Стоимость у них примерно, близкая, 23-27 тысяч рублей. Это кейсы под двуствольные ружья. Основное их отличие заключается в следующем. Если один из этих кейсов уже отформован под приклад, ствольную коробку, блок стволов длиной до 76 сантиметров и дополнительные аксессуары, то второй кейс у нас имеет неотформованную структуру и имеет, соответственно, возможность вытаскивать вот эти вот кубики и отформовать этот кейс абсолютно так, как вам того захочется. То есть сюда можно положить хоть нарезное оружие, основное условие длина, ствола до 76 сантиметров, хоть двустволку, хоть использовать его для перевозки там патронов, каких-то прицелов, ночников, аксессуаров и так далее. То есть достаточно универсальный кейс, который позволяет вам отформовать его тем образом, который вам необходим. При этом кейсы, как вы видите, имеют очень мягкую поролонную структуру внутри, очень толстую, и очень жесткий алюминиевый материал снаружи, что прекрасно защищает оружие на длительных перелетах или переездах к месту охоты или спортивных соревнований. При этом они снабжены замками. Замки не кодовые, замки на ключах. То есть забыть код не получится. Можно потерять, конечно, ключ, но в комплекте их два. Так что всегда можно оставлять про запас один где-нибудь в известном месте. Так что рекомендуем обратить на них внимание. Кейсы действительно очень качественные, интересные. И по вполне гуманным для итальянского товара на сегодняшний день деньгам.